Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. В нормандском формате. Минск готовится к встрече помощников президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Эту информацию подтвердили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате. Напомню, о проведении встречи было объявлено по итогам состоявшегося в минувший вторник телефонного разговора глав России, Германии и Франции. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в нормандском формате. Германия вводит ответственность для соцсетей за размещение комментариев, разжигающих ненависть, а также ложных новостей. Соответствующий законопроект поддержало правительство ФРГ. И если документ примут в текущем виде, то условия работы в Германии для подобных интернет-компаний будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации будет предоставляться всего 24 часа. В противном случае будут грозить серьезные штрафы – до 50 миллионов евро. Бразилия бьет рекорды по безработице. Ее уровень в стране уже превышает 13%. С декабря прошлого года по февраль текущего без работы числились 13,5 миллионов человек. И этот показатель за последние годы почти удвоился. Попытки оживить крупнейшую экономику Латинской Америки Центробанк Бразилии активизировал смягчение денежно-кредитной политики. Более низкие ставки, как ожидается, будут способствовать восстановлению финансовой стабильности в стране. Региональное сотрудничество как одно из важнейших направлений интеграции Беларуси и России. Сегодня в Москве состоится презентация экономического и туристического потенциала Минской области. В ней примут участие представители руководства российской столицы и других регионов, бизнесмены и дипломаты. Для них подготовлена выставка и дегустация белорусских продуктов питания, наглядная экспозиция туристических и лечебно-оздоровительных возможностей Минщины. Также для гостей будут организованы мастер-классы народного творчества. От парикмахера до начальника отдела. Более 400 вакансий в самых разных сферах предложили жителям Витебска. Желающих трудоустроиться оказалось немало. Только в первые часы работы ярмарки вакансий собеседования прошли свыше 1500 человек. Каждый соискатель смог пообщаться сразу с несколькими работодателями. Закончил колледж. После колледжа вакансий не было. Стал на биржу. Пару месяцев на бирже труда побыл. А потом вот мне сказали, что ярмарка будет в Витебске по трудоустройству. Пришел, сразу предложили, даже без очереди. Счастлив, техник. Строитель, дорожное строительство у меня идет. Буду строить, помогать. Сегодняшний день мы готовы предложить нашим гражданам города Витебска такие специальности, как слесарь по металлорезанию, зарплата от 400 рублей, оператор станков с программным управлением от 800 рублей. И у нас закуплено порядка 5 новых единиц оборудования, поэтому нам требуются высококвалифицированные, профессиональные, самое главное, желающие работать с людьми. В регионах страны начали отключать отопление. Решение об этом местные исполкомы принимают, руководствуясь собственным графиком и в зависимости от погодных условий, пока среднесуточная температура воздуха не достигнет 8 градусов тепла. Первыми на очереди административные, общественные и промышленные объекты страны. Далее батареи перестанут греть в жилых домах. Последними от теплоисточников отключают больницы, поликлиники, школы и детские сады. Временная экспозиция вечных ценностей. У посетителей Национального исторического музея появилась редкая возможность увидеть оригиналы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. Документы написаны на старобелорусском языке. В них отражена жизнь наших предков. Когда мы касаемся этих документов, мы можем полноценно представить жизнь белорусского общества на протяжении трех столетий – 16-го, 17-го и 18-го. Документы находятся в музейном собрании уже более 100 лет. Всего удалось сохранить 1000 документов. Более того, созданы их цифровые копии. На этом выпуск завершен. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите также на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.